пишем. Можно по-русски. Анимота. Он нам показывает. Вот он. Вот описание. Что есть что, как и почему. Вот ниже. Анимота официал. Хотите на русский перевести, хотите нет. Ну, это не важно. Он вам говорит, зарегистрироваться можно через Facebook, можно по-другому. Войти или зарегистрироваться. Вот есть регистрация. Он вам объясняет, что как. Мне это не надо, поэтому я жму вход по электронке. Итак, мы зашли с вами. Он нам объясняет, что это видео будет с логотипом, с водяным знаком. Хотите его удалить, значит, переходим на другие тарифы. От ценных и тарифов вот кнопочка «Pricing». Там все объясняется. Так, создать – это кнопочка «Create». «Create» – значит, кнопочка «Создать». Вот это видео. Маркетинг, бизнес, мы просто на него просто посмотрим, потому что там, если бесплатный, там то шрифты не подходят, то еще что, вот примерно вот посмотрим любое видео, например, вот, ну вот, что получается, что они предлагают. Но это на него можно смотреть. Вот маленькое короткое видео с объяснениями. Кому надо, все поняли. Поэтому мы на нем основываться не будем. Мы его закрываем просто. Нам опять напоминают, что у нас есть логотип, все такое. Вот это опять нажимаем создать. Animoto Memories Create. Нам жмем L. Все шаблоны. Мы не будем каждый шаблон рассматривать, это если вы захотите вот по датам, по праздникам, по путешествиям, это они предлагают. Школьные, вот детские, все такое. Мы выберем. Я всегда люблю L, все шаблоны, но чтобы пока не знаете, как что, лучше, конечно, по категориям. Мы с вами выберем категорию путешествие, игра светом. Вот, это я закрою. Мне с ним тяжело. Вот это, чтобы мы должны загрузить что-то. Поэтому мы нажимаем на плюсик. Он нам дает, вы даете загрузить, хотите фотографии, видео или текст. Мы хотим пока фотографии. Я жму плюсик. Он мне дает, откуда загрузить, ваши, или вот тут есть коллекция. Мы можем вот их не нажать, а нет, а тут нам коллекция. Тут что-то выбрать. Ну, мы жмем опять загрузить свое. Находим на рабочем столе, или где там у нас, я уже подобрал заранее путешествие. Кнопочкой открыть, они у нас загружаются. Чуть-чуть экранчик я сейчас увеличу. Вот. Вот так. Они у нас загружаются. Если вам надо как-то по распорядку, то сами берем, зажимаем мышкой левой и тащим на первое место. Но обычно я до этого их нумерую. И они у меня в папке хранятся нумерованные. 1, 2, 3, 4, 5. И загружаются они нумерованные. Опять же, если надо перенести, вот так берем, зажимаем, переносим. Все. Дальше пошли. Музыка. Нажимаем вот именно не на шарики, не наши. Вот рядом. Чанг. Давайте, вот видите, у нас на шкале времени столько, а музыка столько. То есть нам не дают, наверное, с вами музыку даже загрузить. Давайте вот любую их мне сейчас поставим. Вот нажать Select. Да, ну ладно. Короче, они нам дают, получается, только 30-секундные. Вот. Идет. Поэтому
Будем пробовать, что есть. Тогда вот это еще нажимаем плюсик. Это для текста. Пишем мои путешествия. Хотите большой, хотите маленький, это ваше право. Все. Переносим. Зажимая это. Если надо выделить, то нажимаем Spotlight, это задерживает, это чуть подольше повисит. Теперь, пока мы занимаемся, рассмотрим, как будет смотреться на фотографии. Вот, например, вот. Нажимаем на фотографию, внизу получается место для текста. Все. Время вот это смотрите. Теперь он нам одну фотографию я удалю, потому что у меня, видите, что-то со временем не получается. Вот, теперь у меня время совпадает. Жмем превью, это просмотр. Это нам говорят, что видео будет с логотипом. Жмем паузу, чтобы это два раза на мышечкой левой нажимаете, и она увеличит весь экран. То есть вам будет удобнее смотреть. Вот это левая кнопочка, я потом покажу, это чтобы потише было, так как запись идет, чтобы не оглохли. Еще раз переношу назад и жму. Такое коротенькое видео получилось. Если вдруг что-то не нравится, то есть кнопочка шаблоны, примеры. Мы ее нажимаем. И ничего не меняя в этом видео, просто меняем сам шаблон. Как это? Например, вот Bon Voyage. Мы просто принять. Он нам опять дает. И мы ее просто смотрим. Это уменьшить громкость при просмотре. Ну, вот такое получается видео. Создать. Тут слева выбор, большой выбор. У нас с вами это ровно, поэтому вот глубина. Можно на русский. Сразу разберем все это. Медиа – это фон, бесплатно, наверное, пока нельзя менять. Это на соотношение, то есть вот квадратное, вот горизонтальное. Мы с вами не будем долго заниматься, мы с вами просмотрим просто, как заменить фото в шаблоне, в проекте и все это самое. Еще раз нажимаем «Закрыть». Создать анимато-маркетинг. Выбираем шаблон, который нам нравится. Тут вот к Валентинову дню и все такое. Ну, с вами пока вот вебинар. Еще раз повторил. Создаем. Сразу отметим вот это. Шрифт. Шрифт на русский. Только робота.
Все остальное, что мы будем писать, это будет не по-русски. Итак, нажимаем левой кнопкой мыши. Открывается у нас. Начнем сразу. По тексту. Нажали Т. Выделили текст и пишем, что мы хотели. Пишем. Все просто. Все, получилось. Теперь то же самое выделяем нижний и пишем мы на связи. Все. Вот эта вот рамочка, это выделяется, видите, рамочка месяц большой. Это вот нижняя. Всегда пытайтесь, чтобы ни лицо не перекрывало ничего. Вот это можно было бы выделить фон, но он в бесплатной версии не выделяется. Поэтому вот так остаемся. Теперь фотографии нам надо. Желательно свою, хотя можно оставлять их. Свою — это опять вот картиночка загрузить. Загружаем, например, мужчинку. Вот. Все, он загрузился. Все. Если что-то мешает, то пытаемся двигать. Если еще мешает, то можно размер уменьшить. Вот кнопочки левые, вот эти, все. Его можно вот так. Это вроде не мешает он тут. Так что нормально. Загружать еще можно вот так. Взять, загрузить, сразу контура все выделить и открыть. Он тоже будет слева загружаться. Тут то же самое. По тексту пишем. Например, консультант по документации. Документации. Все. Нам пока не нужен, поэтому я второй шрифт удалю. И остается вот так. Вот видите как. Опять нажимаем на рисунок, или можно, как мы с вами разговаривали, можно вот так просто перенести. Вот переносишь и все. Опять нажимаем на рисунок, придерживая левой мышкой, можно двигать, чтобы, вот, видите, а то голова срезается, можно чуть пониже. Вот. Тут опять рамочку можно убавить. Вот. И я бы поднял. Ну, повыше не получается, поэтому, да, пускай внизу будет. Вот. Третий нам пока не нужен, поэтому я его просто, вот видите, удалю. Также можете добавлять, что хотите, это я вам чуть позже покажу. На четвертой фотографии то же самое берем, вот, заносим. Опять придерживаем, выводим. Переходим на текст. Рамочку опять раз и всех одинаково, пускай у всех будет одинаково. Я перенесу ее поправее. Опять же, придерживаю, зажимаю мышкой поправее. Вот. Четвертое то же самое. Текст это убираем. Нажимаем там. Транспортировка. Вот. И тут оставляем. Ну, смысла нету вот так, поэтому вот. Чуть влево поставил. Да. Все, что у нас получилось. Давайте, чтобы не самое, напишем разгрузировка и отгрузка. Для чего это? Чтобы все были таблички одинаковые. Вот. О, вот так я имел в виду это все. Переносим. Все, теперь по поводу добавить блок. Можно видео, можно что-то еще, фотографию, по тексту, там это самое. Я добавлю коллаж. Из четырех фотографий коллаж будет у меня. Вот. На все фотографии я перенесу опять наших ребят, мужчин. Вот.
Нажимаем опять на коллапс, добавляем текст. Например, пишем там 24 часа. Мы, ваша гарантия успеха. Успеха. Все. Делаем меньше, потому что нам не надо, чтобы мы лица закрывали. И подходим, чтобы вот, чтобы мы не мешали. Теперь опять выделяем, вот, как я говорил вам, это, чтобы ни у кого не придали. Вот. И вот тут, я думаю, никто никому не мешает. Все, что у нас получилось. Про музыку мы не будем разбирать, так она вот есть у нас тут и музыка, и все. Загружается опять же из библиотеки, что надо, как надо, вот обрезается. Теперь мы жмем превью, создать. Смотрим, что у нас получается. Потом жмем продус, создаем то рекламу, словом реклама. Качество тут уже само автоматически выбирает разное. Оно у нас с вами создается. Все, пока оно создается, мы можем смотреть предварительно вот на эту кнопочку, а можем просто нажать вот эту кнопочку и дожидаться. Все. Итак, у нас время показалось, значит, все сохранилось, значит, мы нажимаем еще раз, объясняю. Просто наводим мышкой. Давнала вот загрузочка. В хорошем качестве в 1080 нам не даст. Он скажет, купите тариф. Вот поэтому мы с вами в том качестве, которое пока можем. Жмем. Наилучшее вот тут 720 и скачиваем. Все. Реклама 720. Все. Также касается то, что мы создавали путешествие, также наводим мышкой и скачиваем. Все скачивается.